Привет, с вами Валмру, и сегодня я вам покажу, как построить топ-пушку. Для этого нам нужен любой блок. Дальше, редстоун-повторитель, красный камень, ну, или красная пыль. Дальше, липкий поршень. Дальше, рычаг, где он, вот. Потом, раздатчик. Воду, любой полублок и еще, еще нужен красный факел. Для начала нам нужно поставить вот так 7 блоков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нужно сделать вот так в 2 ряда. Если вы хотите, чтобы она туда стреляла, значит, нужно поставить вот тут блоки. Если вы хотите, чтобы она туда стреляла, ну, вот эти блоки не тут нужно, а вот, ну, вы поняли. Вот так ставим. Дальше, вот сюда ставим красные факелы. Дальше на них ставим, блоки. И ставим красную пыль. Вот так это выглядит. Дальше нам нужно поставить 2 красных пыли вот тут. Дальше вот тут надо поставить рычаг. Тут повторитель с максимальной задержкой. Тут тоже повторитель с максимальной задержкой. Пока лучше включить. Нажать на рычаг. Дальше, вот сюда, после 2 повторителей, вот сюда ставим блок. Сюда тоже пыль, сюда так, дальше блок поставим, сюда пыль. Дальше еще вот сюда блок, сюда повторитель, тоже с максимальной задержкой. Дальше вот так делаем и вот сюда ставим поршень. Вот так это выглядит. Он должен выдвинуться, если этот рычаг, нажали, если отпустить этот рычаг, то он, вы поняли. Он отодвигается. Если включить, то он выдвигается. Дальше нам нужно от выдвинутого поршня вот так поставить блоки. Сюда красную пыль. Сюда полублок, тоже красную пыль. Потом сюда обычный блок. Сюда тоже красную пыль. И делаем, тоже вот так 7 блоков. Вот так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вы поняли. Вот сюда ставим красную пыль. И уже самое, уже ставим раздатчики. Это самый последний этап. Не последний, почти самый последний этап. Дальше вот так. Вот сюда ставим так блоки. И уже самый последний этап — это вот так. Наливаем вот сюда воду, только нужно полублоками вот так все закрыть. Не блоками, а полублоками, чтобы эти динамиты толкали вот тех, которые сверху. Дальше нам нужно вот сюда разлить воду, и все. И все, пушка готова. Осталось ее только заполнить. Но смотрите, ее заполнять нужно правильно, потому что если ее неправильно заполнить, то она просто взорвется. Смотрите, как ее нужно заполнять. Сейчас я 7 динамитов вот так возьму. Не 7 динамитов, а 7 стаков динамитов. И смотрите, в нижней раздатчике нужно заполнять по стаку динамитов, а в верхней по полу стака динамитов. Поэтому смотри, сейчас я в нижней заполняю, вот один стак положил, во второй тоже один стак. Вот так сейчас все положу, вот. И все, я положил, а в верхней по полу стака. Значит, нужно так. Потом располовиниваем вот так.
Так, это убираем. И вот, полстака это 32. Вот сюда. И верхние заполняем по 32 динамита. И все, пушка готова. Осталось только нажать на рычаг. Сейчас сделаю так, чтобы, ну, не мешал крестики и вот это все. Сейчас вот так сделаю. И все, смотрите. Вот отсюда вот так смотрите. И вот смотрите сейчас, что будет. И вот. И вот какая-то крутая пушка. Ну, смотрите, видите, тут чуть-чуть это, взрыв попал. Это знаете почему? Потому что вы, наверное, если повторите, ну, если, как это, если нажмете повтор, то вы увидите, как вот отсюда или откуда-то отсюда отскочит динамит вот сюда. Это потому что если препятствие какое-то будет, то динамит останет, то динамит может отскочить. Поэтому нужно убрать все препятствия, чтобы пушка не повредилась. Ну и вот. Всем пока. С вами был я, Вумру, и сегодня я показал вам, как построить вот такую вот крутую топ-динамитную пушку.